Гораздо все романтичнее смотрелось, когда была только полная луна и вот этот какие-то космические сооружения на этом плане. Вот этот огромный гирбокс будут загружать мне на трейлер. Это у нас ветряная турбина. То есть это шестерни от ветряной турбины здесь. И чуть в сторонку встал, как-то стрёмно стоять, снимать, потому что непонятно, что почём там. Ну, думаешь, что за тип с русским акцентом ходит тут, все снимает. О, какое освещение. Вот этот кран дает мощное освещение. Напоминаю, что сейчас вот 1:30 ночи, этим парням не спится, короче, и заставляют меня тоже работать здесь, крутиться. Так, у нас что тут? 10,5 ширина, чуть меньше, наверное. И вес 48 тысяч, если, ну, 24 американских тонны и где-то 22 тысячи килограмм. Вместе с деревом все это идет, высота небольшая. И это самый тяжелый вес, что я таскал в этом году. Но в прошлый раз самый мой первый груз был 92 тысячи. Сейчас у меня, наверное, тоже 90, за 90 будет. Ну, 48, допустим, плюс 42. Это сколько это? 90. Да, может и меньше 90 быть. Так что в этом году самый тяжелый груз, а в следующем будет уже, ну как сказать, а в 18 году был самый тяжелый. Здесь, ну, я надеюсь, здесь заночую, днем все это, ну как сказать, ранним утром все это сниму, но я им скажу, что раньше 6 утра я отсюда дергаться не могу, так что, ребятки, это не делайте этого. И я категорически приветствую вас, уважаемые комрады, штат Айова, восточная его часть. И вот наступил день, я загрузился, закинул несколько цепей. Теперь нужно обозначить широкогабаритный груз и заниматься другими делами. Это, как сказать, точно не могу по-русски сказать, но это двигательная часть ветряной турбины. Я так понял, что здесь в ней генерируется, как говорится, электродвижущая сила, ну и вырабатывается электрическая энергия, так скажем. То есть большие лопасти крутят эту турбину и создается напряжение, я так думаю, прямо здесь. Либо это часть всей системы, насколько я могу судить. Вот сама эта обслуживаемая часть, это тут кран, короче, гусеничный, и вот эти лопасти видны с этой стороны. И вот вчера мне, кстати, уже сделали замечание, что когда я снимал, пришлось отключиться, говорит, ты не снимай здесь. Ну, а вообще, я думаю, что там камера есть, и они как бы сейчас тоже видят. Ну, те, кто крутится, там подходят и так далее. То есть особо камеру направлю чисто на свою технику. Туда заходить, наверное, не буду. Ну, так кратко зайду. Ночью было минус 5, холодно. Сейчас вот днем до плюс 10 уже будет. Сейчас уже ближе к обеду время. Я хорошенько выспался, наконец-то. Уже около недели сижу. Чуть меньше недели уже сижу на оверх... Ну, как сказать, на RGN этом. Over the road. И уже это мой третий груз. И пока все нравится, замечательно. Так что сейчас я буду заниматься цепями и немножко поговорим на разные темы.
4 цепи уже закинул, сейчас пятую закинул и буду ее тянуть. И параллельно что-нибудь расскажу, да? Ну, как я уже в предыдущем видео говорил, что я выехал из Шарлотта. Получается. Ага, видно, наверное, меня. Шарлотт выехал. Привез этот трехосный трансформатор. Там тоже цепи, 4 цепи тянул, но там, во-первых, я не знал этот прием, когда одну цепь можно использовать с двух сторон. Посередине просто будет болтаться. Ну, то есть два байндера его растягивают эту цепь. Это потом я уже понял в процессе, когда уже вторую коробку вез, вот этот второй груз. Это уже мой третий груз за неделю. И я работаю от и до. Напоминаю, что сегодня суббота. Вообще брокер с этим грузом тоже немножко так хитро поступил. Я должен был его вчера забрать и вчера сразу скинуть. И он, наверное, боялся, что никто не возьмет этот груз, если его надо будет везти через выходные. То есть, типа, в пятницу загрузите, в понедельник отвезите. Ему будет труднее этот груз продать. Я более чем уверен. И он вот сам себя типа решил обхитрить. А мне-то по барабану, я тут в субботу потихоньку кручусь, стримлю, короче, отдыхаю, общаюсь с комрадами. Такие дела. Насколько я понял, вот этот механизм, он пойдет на свалку, как бы, ну, на свалку, на переработку, или, может быть, даже на чермет. Вот когда я сегодня доеду туда, во-первых, ехать мне тут где-то 120 миль в соседний штат. Я сюда ехал пустым, 70 миль. Вчера в обед должны были меня загрузить. Да, вот так всегда интереснее рассказать же про настоящий груз, а не то, что было там до этого. Что-то я его тяну. Ну, хотя бы оно выбралось. 6 цепей, то вот, допустим, вот тут пишет 9200. Это фунты, паунды, да? 9200, 6,9, 54. Умножаем на 6 цепей, допустим. Это будет 54 тысячи паундов, то есть... 6 цепей, это нужно минималка мне. Вот таких тонких. Хотя это у меня, наверное, 3 восьмых, она, наверное, послабее. Она даже не даст. Ну сколько, думаю, 8 цепей, да, ребятки, хватит. Вообще я в этом деле, я, может быть, четвертый раз цепи тяну. И тоже такие моменты, что то ли сюда подвинуть на трейлере, то ли чуть-чуть в сторону, то ли еще туда, то ли сюда. И вот они тоже добавляют таких вопросиков, можно сказать. Полностью выбрал байндер, всю резьбу, короче. Но я думаю, замечательно. Натяжка есть. Сразу этот подтяну на максималку. Это 6600. Если 6600 умножаем на 8, то как раз 48. 6,8, 48. Как лилипуты Гулливера опутали цепями. Вот я примерно так же его сейчас опутываю цепями. Кто на что гораст, короче.
А ты что, не знал, что ли? Что ты должен был позвонить ему сначала? Так как вчера было? Я сюда приезжаю, говорю, окей, братишка. Ну, звоню этому, кто загружает. Блин, как тут все? Вчера же нормально было, а сейчас это... Вау! Она на ходу может сломаться, я думаю, даже, да? Тут у меня вообще... Если DOT это увидит, может меня... О, я прям через шланг его пустил. Ну, наверное, вообще бардак и беспредел, да? Ну, ничего, крепко, кайфово. И мне брокер говорит, ты что, не знал, что ли, типа, ты должен был перед тем, как ехать, позвонить. А потом в процессе общения с этими грузчиками, вот я ночью с ними пообщался, я уже им говорю, а что так, так и так, туда-сюда. А он говорит, я ему звоню потом, он говорит, ну я не могу сейчас приехать, я, короче, я сбивчиво так рассказываю, ну надеюсь, какой-то смысл дойдет. 90 миль, типа мы, нам сюда ехать, а здесь такая строительная бригада, они занимаются ремонтом, эксплуатацией ветряков этих. Здесь ветряки на самом деле везде. Вот я сейчас смотрю, штук 20 их вижу везде. Ветряные электростанции. Вот так вот. Да, цепи надо будет подмотать. Работы на самом деле очень много, особенно когда не знаешь, за что взяться. Сейчас вот еще одну цепь. Вот тут кину, короче, для лучшести процесса. Как-то он засвечивает это небо. Не очень, да? Такие вот делишки, ребятишки, да. Да, засвечивает не очень. Ну-ка, пауза. Короче, он говорит, ну разве ты не знаешь, что надо было им позвонить? А я сначала приехал сюда, 80 миль проехал. Ну, я ему потом, этому брокеру говорю, слышь, братишка, давай добавляй вместо понедельника, ну, вместо пятницы нам на понедельник, мы теряем время, водителю надо снимать. Ну, я не говорю, что я водитель. Я говорю, водителю надо снимать отель, надо, чтобы он где-то жил, там, туда-сюда. Он говорит, нет, ты должен был позвонить, я тебе ничего добавлять не буду, ты, типа, это твой косяк, братан, короче. Ну так вот, вчера я скинул этот большую коробку, хотели взять трактор, бульдозер, в итоге бульдозер торговались, он не захотел добавить лишние там $200-300, ну главное, пусть сам везет, в итоге он решил сам его везти, короче. И вот после этого большой коробки, большого вот этого морозильника, который я довез, получилось, что я доехал сюда, звоню чуваку, он говорит, ну, братан, 90 миль, я сейчас не приеду, вся бригада сюда не приедет, но давай мы приедем в час ночи. И по итогу, ну, типа, у нас запланировано. И по итогу они приехали сюда в час ночи. Здесь покрутились часа 3-4, вот меня загрузили, еще какие-то работы поделали. Я вот не понимаю, почему они ночью работают. Наверное, им больше денег капает. Я не знаю этих рабствочек, которые работают на профсоюз. Но они, короче, вот так меня загрузили и все. То есть... Я еще ждал вчера, и вчера была пятница, я ждал 12 часов ночи, в час ночи сюда приехал, вот тут в поле развернулся с ветрячками, поле с ветрячками. Вот посмотрите на горизонте, сколько ветрячков, там раз, два, три, куча. И все. То есть, в чем кидалово брокера? То, что он фактически сказал, типа, что... Сразу загрузишься, 120 миль проедешь, разгрузишься, и все, ты свободен. Можно было в пятницу еще один груз завтра сделать, чисто по-стахановски, короче. В итоге он знал, что его бригада только в час ночи приезжает, и в час ночи они могут работать. И в этом произошло его кидалово, потому что он говорит,
ну, мы не можем сюда ехать, нам далеко, мы вообще не отсюда. Да, это понятно, что никто не отсюда, здесь в поле. Это Айда Гроув, Айова, маленький городок. Ну, кстати, спортзал есть, я вчера спортзальчика еще ждал. Не в смысле ждал, а в смысле позанимался в спортзальчике. Но от этого брокерского кидалова мне не холодно, не горячо. Конечно, он не добавил. Допустим, если это рифер, ну, если косяк, рифер же работает там туда-сюда. Они добавляют, но это когда по вине брокера. А здесь чисто номинально вины брокера нет, это как бы мой косяк. Я, ну позвонил бы я ему, и чё? Он бы сказал, подъезжай. Тогда да, тогда бы я мог брокера немножко раздуть, надуть. Не надуть, а еще дополниловку с него снять небольшую. А так не получилось. А вообще начал я про вот этот трехосный генератор. И когда я вот его увидел, ну он где-то восьмитонник. И, ну вернее, когда я приехал в Атланте, в то место, где их разгружает вот эта компания, и я вот дополнительно понял, что Америка — это страна рента. То есть здесь все берется в рент. Здесь вы можете взять в рент дома, машины, мебель, чуть ли не одежду. Но сама одежда дешевая, поэтому никто ее не берет. Но есть же всякие на свадьбу там такие, как сказать, ну вы поняли, да? Свадебные мужские костюмы там и женские тоже в аренду брать, короче. Все берется, и в том числе вот эти большие генераторы дизельные. Так, как там картиночка наша? Может быть, вот. Большие генераторы тоже сдаются, берутся в рент. И целые компании, и даже вот траковый бизнес настроен на то, чтобы вот эти нужды арендодателей и этих, короче, удовлетворять всячески, если вы понимаете. То есть есть спрос, всегда есть предложение. Надо что-то отвезти, какой-то генератор. Они найдут такого перевозчика, как я, и отвезут. Этому я не знаю, для чего он нужен. Где места, где нет временного электричества, или сбой, или вообще в каких-то стройках нужны вот такие огромные трехосные генераторы. Попрыскать бы эту цепь, вообще что-то она тяжело идет. Ладно, пойдет. Вот эти стропы вообще расслабились. Тут этот, так скажем, как будем его называть? Этот кусок сильно так продавил эти доски, как здесь. Вау! Вот это все может оторваться, вот такая хрень. Прямо на ходу. И заколбасить кому-нибудь. Хорошо, если под колеса. Надо будет хорошо осмотреть все это. Ну, сколько у меня уже? 8 цепей. Нормально его подтянул. Тут дольше надо с цепями работать, чем ехать. И вот еще по теме цепей. Я, короче, использовал 4 цепи, и я неправильно натянул. Потом я с комрадом, с Василием пообщался. Опытный очень комрад, лоубойщик. Я с ним еще до протестов познакомился. Потом на протестах мы с ним увиделись. Это в 19-м году. Все знают эти протесты. И вот... Замечательно. И вот он мне сказал, в идеале нужно... О, прямо косяки гусей так летят. Красиво. В идеале надо под 45 градусов, говорит, тянуть. То есть угол цепей. А я сделал вот такой тупой угол. И я с другой стороны тяну, и я слышу шпоньк-шпоньк. А это, оказывается, через вот этот D-ring проскальзывают звенья цепи. Я думаю, что это за шпоньки такие, вообще шпух, такие звуки. Оказывается, это я без опыта просто колбасил эту тему.
Ну, потом я выехал с этой компанией за угол, смотрю, цепи болтаются. Я вот сейчас про этот трехосный генератор рассказываю. Ё-моё, я опять разложился, давай их перетягивать, короче. Вот эту глупую конструкцию вот с таким, я ее уже изменил на более острую. И когда я приехал, это всего лишь там миль 200-300 было, и я понял, ё-моё, они опять не так сильно расслабились, но чуть-чуть так послабли. Чуть-чуть они расслабли. Я потом спрашивал Василия, а чё, все равно они слабые, короче. Он говорит, ну, видишь, она, когда техника на надувных колесах, она будет расслабляться. Да, типа будет расслабляться. Я говорю, а, я понял. То есть это уже в пределах нормы. Но вот как бы, насколько эта работа сразу учит и сразу открывает вам все ваши... заставляет мозги трудиться на полную катушку. Ну что, кратко пробежимся по цепям, хотя я уже показывал. Так, вот в это ухо одна цепь, тут прям нарисована цепь. Самое главное, на дереве, вот тут какая-то тага висит, что вот General Electric, это Gearbox, короче. Gearbox, это значит зубные колеса, зубчатые колеса, да? Ага. Вот так вот объяснил. Короче, раз цепь, а вот сейчас я ее так кинул, с этой стороны ухо цепь. Это я для себя, это, ребятки. Потом здесь туда перекинул, тут вообще бардак с этими цепями. Потом вот эта цепь тоже. Вот это мне, кстати, дали байндер, там, где я вот этот морозильник загружал, там один черный тянул. Он, кстати, на 80 рассчитан. То есть следующий класс прочности. Новенький. Цепи некоторые у меня уже все убитые. Но все, рассадил его конкретно. Блин, вот опять сбился с мысли, короче. Ну вот. Сейчас 4 флага на каждый угол сруба прикину. Это должно быть по понятиям вон у меня, по закону. Вон там у него флаги висят. То есть уже лежат на колесе, готовятся. Сзади эту вывеску надо вытянуть, растянуть. И спереди надо ее повесить тоже. Такое замечательное. Вот сегодня приеду, ну, до темна, надеюсь, успею. Так, я же смотрел цепи, да? Ага, вот через ухо цепь, потом туда цепь. Вот это что у нас за цепь-то тут? Ага, одна вот так пошла, одна так, короче. А, еще бы вот эта цепь, она чуть-чуть назад его тянет, да? Надо еще, чтобы... Да, оно уже никуда, я думаю. Ну, вообще, я не уверен же. Такую... По ширине, вот смотрите, вот сейчас у меня мощная уверенность есть. Я же опытный водитель, более миллиона проехал. Я уже знаю, как он будет вести себя на дороге. Ширину чувствую, представляю. Я уже отвез этот груз. Этот груз тоже 10,5, как этот морозильная коробка примерно. И я уже мощно чувствую, что он хорошо пойдет. По ширине укладывается, все нормально, как говорится. Замечательно. Единственное, я еще не чувствую, вот как он себя ведет, насколько сильно он притянут, как оттянут. Ну, скажу, что вот этот расклад цепей на 2000 миль не годится, но на 100 миль, что вот тут, в надежде, что ментов нет туда-сюда, оно все прокатит, короче. Я думаю, так. Так, хорошо, сейчас, чтобы цепь не болталась, немножко тут скреплю еще. Вот посмотрите тоже, уважаемые комрады, вот эта вещь называется шакл. Толщина 3/4 дюйма. Он просто покупается в Home Depot. Вот так он откручивается, закручивается вот здесь. И когда цепь не пролазит в это ухо, я использую шакл. Это мне тоже Василий подсказал. Огромное ему спасибо за это. А вот так я фиксирую, ну, цепь с резинками, чтобы как-то ничего не болталось особо.
чтобы цепь не выпала никуда в осадок. На всякий случай вот такой тут, так скажем, дульный тормоз установил, чтобы при резком торможении ничего такого не случилось. Как уже говорил, что вес тут 90 тысяч, думаю, около 40 тысяч килограмм, не больше, общий вес. Что, напомню, что лимит у нас на дорогах общего пользования США 80 тысяч паундов, или это 36 тысяч 330 с чем-то килограмм. 36 тысяч 300 с чем-то килограмм — это лимит. Сейчас у меня вес около 40 тысяч килограмм. Не знаю, даже не буду взвешиваться, потому что очень коротко ехать, и все равно мне нужно брать разрешение на этот, на перевозку данного груза. То есть разрешение по ширине, видите, за, когда за пределы трейлера выступает часть груза или платформы грузов, что в данном случае, надо брать разрешение пермит на габариты, и разрешение нужно пермит брать на по массе этой вещи. Растягиваю сейчас вот эту знак oversize load. Когда ты едешь пустым, ты как, ну, когда у тебя нет оверсайза, не обязательно пустой, не пустой, то ты должен ее как бы сворачивать. Ты не должен вводить заблуждение водителей. А когда ты уже едешь с оверсайзом, само собой надо. Вот сейчас мне еще вперед ее надо поставить, потому что я ее... Но ее можно вот так немножко скомкать. И в тот раз я ее, кстати, даже повесил, и она все фонари мои позакрывала. Тут пыли налетело конкретно тоже, да. Позалетало фонари, да. Так что, ребятки, да. Ну все, так уже, думаю, пойдет. Забыл совсем про флаги же, еще нужно 4 флага, ну всего 8 флагов. 4 по краям груза и 4 по краям подвижного состава. Да, вот этот первый оверсайз груз, конечно, был сложным по плану. В плане того, чтобы какие флаги выбрать, куда вешать. Я бедного Василия уже запарил своими вопросами интересными. Типа, а что брать, как брать, туда-сюда. Вопросов 200, наверное, ему задал. То же самое, вот когда в магазине Track Pro был. Опять же вопрос про ценообразование, да, траковых магазинов США. Допустим, тот магазин, который меня знает, Track Pro тоже, да, он находится в Северной Каролине. Вот он намного, так скажем, лояльнее в плане цены. Он мне лучшую цену делает. А этот черный Васька, который зарядил мне просто нереальные цены, он, короче, ну, в Джорджии, когда я брал, он мне просто $600, братишка, давай там, ну, 500 чем-то там. То я думаю, ё-моё, несколько флагов, две вывески там, то все, 5-10. Я говорю, ё, я подумал, да, лучше было бы брать, конечно, находясь в Северной Каролине, уже у своего вот этого Барри чувака зовут. Но ввиду того, что ты еще не знаешь, ты еще мысленно не с этим грузом, а когда все, вот тебе груз, ширина, вот такая длина, вот цена. И вот тогда вот ты начинаешь уже искать, спрашивать, покупать, что надо, какие вывески, сколько флагов, туда-сюда. А сейчас уже второй раз делаю вообще по накатанной. Вот еще вчера резиночки докупил в Walmart'е, там что-то мотнуть. Ну, нормально держится, никуда не денется. Хочу сказать, вот, то есть посыл понятен, да, вот когда у тебя все, когда как-то абстрактно думаешь, ну сяду на оверсайз, не сяду. Ты уже не знаешь, что покупать. Лучше всего с интернета заказывать в плане ценообразования, да. А это вот так, короче.
ничего не поделаешь с этим. И пришлось переплатить там долларов 200-300, чем если бы я в интернете заказал. Ну, долларов 100 сэкономил, если бы я к этому, к своему знакомому заехал, у кого я тормоза покупал на этот трейлер полностью, вот тогда бы получше была тоже цена. Но как-никак, тоже неплохо. Самое главное, ничего не сломал, но немножко угол ударил, молотком его выпрямил и все. То есть ни один флаг не потерял, ничего, все нормально доехал. В этом плане все отлично и замечательно. А там переплатил, ну ладно, в следующий раз уже буду все в интернете заказывать. На тот крупногабаритный груз я флаги крепил тоже путем саморезов такие. Откручивал гайку с саморезом. Ну, такой саморез на конце, шестигранник. И прям туда тоже вколачивал, ну, как вкручивал. А потом перед выгрузкой сразу уже снял, чтобы никто не видел. Типа, может, они против будут или что. Этого. Вот это плотное дерево, да. Очень быстро, эффективно и замечательно. Многие оверсайзники даже не то что саморез, ну то есть не то что гану, они даже отвертку крестообразную с собой не имеют. Спереди обязательно тоже оверсайз вывеску. Еще надо по углам флаги тоже сделать. В идеале какое-то крепление можно заколбасить, но это уже потом. Как-нибудь. То есть еще, по сути, купить два флага, а не вешать на зеркала эти флажки. Как говорится. Как-нибудь Вот еще в прошлый раз вот с этим оверсайзным морозильником я, короче, это делал зимой, ну, как сказать, под дождем. Такой мощный дождь идет. Блин! Как сейчас помню. Вот это буквально этой неделе было. А как будто уже пару недель прошло. Насколько ускорилось все. Да. Худо-бедно. Ну, вообще, это... У Давида, конечно, четко висит там. Прям на весь бампер все хорошо видать. А я там, короче, в этой зеленой... Ну, хорошо, что хоть не холодно, плюс 10. В этой зеленой куртке кручусь, блин. Весь промок вообще. И под низом еще это. Да. Стресс такой был. Небольшой, положительный. И я там даже пост сделал, типа, о, страшно возить. И там какой-то подписчик отписал в комментарии, типа, если ты боишься, а что ты взял эту телегу? Типа, взял бы шторку и так далее. Кстати, вот в Америке со шторкой работы никак не меньше, даже больше там. Надо шторку задвинуть, это туда, это сюда. Пятое, десятое, короче. Очень много на шторке, даже больше работы, я бы сказал. Так вот, почему я этот трейлер взял? Интересно просто было тормоза поделать. И цена интересная. Во-вторых, вот то, что я сейчас уже немножко проехал неделю, я вообще не жалею. Это такой мощный у меня, как сказать, новые нейроны в мозгу. Новые вещи понял, много вещей, как бы приобщился к этому большому промышленному, ну, какому-то движнику. Вот здесь то же самое. Вот сейчас, допустим, я прикрепил очень быстро. Тогда я, наверное, полчаса крепил. Ну, надеюсь, ветром его не сдует, ничего тут. То есть, когда ты действуешь уверенно и так далее, оно... намного лучше получается и быстрее идет, и так как надо, короче. Закончил загрузку и сейчас немножко прогуляюсь по полю, посмотрю, что к чему.
и уже закончу, ну, уже тронусь потихонечку отсюда. Везде кругом ветряки, 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 если вы можете это видеть. Это в 2008 году Обама еще начинал такую движуху ветряковую, типа переход на renewable energy, возобновляемые источники энергии. Бежать приходится вот по таким объемчикам, но по пашне кукурузной, и видно вот тракторные следы и саму кукурузу, то есть и ветряки стоят, и кукуруза растет в Америке. Вот с этого ветряка сняли вот этот зубчатоколесный редуктор. О, вспомнил слово. Редуктор это. И вот, а вот эта шпонька, которая на самом верху находится, я знаю, как ее перевозят на огромных оверсайзах. Все тоже по дороге. И как-то же здесь их в поле загоняют, эти оверсайзы здесь разворачиваются. А я вчера немножко гнал, как я тут развернусь, утону, не утону и так далее. Вот огромный он по длине, я даже не знаю сколько, но конвой со всех сторон там и так далее, очень мощный. На небольшом приближении впереди вот такая небольшая ферма. И вот на горизонте видно, как степдеки колосятся. То есть куча степдеков выстроились один за одним. Вот такая уж совсем картинка. Даже от ветра трясется. Ну и ветрячок, само собой, на горизонте, вот он. А теперь отъедем от него. Угу. Да, надо четкую камеру купить, чтобы пилить четкие и красивые видосики, ребятишки. Еще минут 5 погуляю и буду заводить трак. Просто замечательно. Коробочку вам эту покажу сейчас. Вот эта коробочка, где все находится, хозяйство этой ветряка этого, короче. Ну и судя по всему, там еще генераторная система. Это просто была, как я уже говорил, gearbox от этой, редуктор. Он идет, ну посмотрим, куда он идет, я не знаю, вроде как на свалку, а может на переборку, я даже не знаю. И вот там вот видно, моя Колумбия стоит, сейчас покажу. Вон она, 200 метров до нее отсюда, вот так посмотреть. Она стоит там с редуктором, а я вот так вокруг прогулялся, вокруг, классно прогулялся, да. И ветряки везде видать. Вот вам, ребятки, штат Айова, просто красота. Классный видос получился. Ну сейчас немножко в дороге его тоже засниму, как он себя ведет, там цепи проверю. Мне сказали вчера из обслуги, что 10 раз в 10 лет меняется редуктор, он наполняется маслом, но сейчас, конечно, все слито, все масло слито. Я туда вообще не захожу, потому что я уверен, там все напичкано камерами, и сразу на пульт в неведомственную охрану или куда-то выводится. Вот этот красный кран, я тоже спросил, он 440 тонн поднимает. Но это не килограммы, а короткие американские тонны. А тот автокран, он поднимает 110 тонн. Он поднимает свой вес, как бы. А, даже больше своего веса он поднимает. Я вот только не понял, почему эти странные ребята ночью работают, а не днем. А вот этот автокран. Вот масса его 70 тонн снаряженный. А поднимает он 55 тонн, по-моему, насколько я понял. Поправьте, если кто понимает в кранах.
Ну и вот, я представляю, как сняли этот. Они не тяжелые, вот эти лопасти, их тоже отдельно перевозят. Ну это... Так, посередине тоже вот этот... Ну, головка как бы этой, куда лопасти крепятся, они за краном, их тоже отдельно перевозят. Это все в свое время было вообще популярно. Их возили в 12-х годах. Очень много субсидий на это дело было. Хорошо. Буду собираться в путь. Замечательно доехал, почти без проблем. Там один такой мост был шаткий. Все, можно ехать отдыхать. Отельчик снимать или что? О, мою доску там разорвало. Эх, жалко доску. Блин, как же ее растерзало-то, а? Оказывается, воздух еще остается в подушках трейлера, когда его драпнешь. И потом он поскрипывает. Один раз я сразу вспомнил, что один раз такое было. На всякий случай надо забрать маленькую железочку. Совсем маленькую, но железочку. Вот как этот шкворень выглядит. И весит он очень немало. Я увидел, что это свалка, так что вся эта шняга пойдет на свалку. Все стрепы забрал, если помните, были желтые стрепы. Вот я их частично реюзал. Брусья тоже очень мощные. Вот если бы было ближе к дому, брусья бы тоже забрал. Хотя бы один можно забрать, а сейчас уж ничего не буду делать. Хорошо, ребят, всем огромный привет. Я с грязными руками сейчас инструменты собираю, все готово. Жду, сегодня суббота, жду понедельника. И буду уже разгружаться и смотреть дальше. Уже пора бы домой. Недельку покатался, хватит. Руслан, дальнобойщик Америка, здесь. Athletic Trucking USA. До новых включений.